Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я вам расскажу о пылесосе Kitford KT510. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель я оставлю в описании. При подготовке этого обзора я очень старался и надеюсь, что мои труды не напрасны, и вы оцените видео лайком и напишите приятный комментарий. Рекомендую включить колокольчик и подписаться на наш канал, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. Вертикальный пылесос отлично подойдет для уборки больших площадей. Емкость пылесоса составляет 1,2 литра. В основе его конструкции фильтр циклонного типа. Устройство питается от сети и имеет длинный, почти 4-метровый сетевой шнур. При этом пылесос чрезвычайно компактен и занимает очень мало места при хранении. Девайс всегда готов к работе и не требует дополнительной сборки. В комплекте с ним идут насадка и напольная щетка. Легкий вес и маневренность пылесоса позволяют использовать его даже детям. Модель станет достойным партнером в вопросе уборки дома. Пылесос отлично справляется с устранением загрязнений в труднодоступных местах. Полная готовность. Вертикальный пылесос удобен и компактен. В отличие от обычного пылесоса, он всегда готов к уборке. Мощность и удобство. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую фильтрацию пыли. Контейнер пылесборника съемный, а его опустошение производится одним нажатием кнопки. Уборка никогда не была столь проста. После снятия ручки вертикальный пылесос превращается в ручной, и вы можете продолжить уборку с его помощью. Ваш незаменимый помощник. Вертикальный пылесос удобен при уборке больших площадей, например, загородных домов и коттеджей. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил, на что в основном они жалуются. Низкая центрифуга. Плохая и вылетающая насадка. Короткий шнур. Основная насадка совершенно не маневренная. Многоразовый фильтр. Нет ворса для сбора волос. Немного неустойчивый. Запах пластика при работе. Не очень удобный при очистке мест под низкими столами. Теперь перейдем к положительным. Легко превращается в пылесос для автомобиля. Для своих размеров достаточно мощный. Компактный размер. Цена. Стильный внешний вид. Фильтр легко чистить. Удобно хранить. Можно мыть пылесборник. Шнур длинный. Возможно, вы уже стали владельцем такого пылесоса и поделитесь в комментариях с нашими зрителями своими впечатлениями от использования. А я напоминаю, что ссылки на магазины с лучшими ценами находятся в описании. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчик. Всем пока!